Сейчас дыхание восстановлю. Через минуту продолжу. Так. Прошло чуть больше минуты, был залит. Прошу прощения. Так. Сейчас прокачиваю спинку и частично руки. У меня прием БАДов. БАДы принимаю по инструкции. Читайте инструкцию. Вот. В каждом БАДе есть инструкция. Принимаю. А вот с молочком, пчелиным молочком я поступаю таким образом. Я со шприца снимаю иголку, выдавливаю его на ноготь. И рассасываю на языке. Шприц закладываю в холодильник. Он должен храниться в холодильнике, иначе пропадет пчелиное молочко. Вверх, вниз. 20 раз. Максимально вверх, максимально вниз. Я, в общем-то, на камеру ни разу не снимал это упражнение. Зато сейчас самому будет интересно, правильно я ли выполняю. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20. И по диагонали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вращение по часовой стрелке. Обратную сторону. Теперь легкие надавливания на глаза. Глаза закрыты. Ну, это лучше выполнять двумя руками, но сильно не нажимать вот таким вот образом. Пока появится пятно, какое-то яркое, вот у меня появляется типа желтого или синего вот пятна. Фиолетового. Оно появляется черное пятно. На черном пятне надо это дело прекращать. Потом я занимаюсь вот по этой таблице.
Сначала левый глаз, потом правый глаз. БАДы принимаю. Согласно инструкции. С каждым БАДом идет ли инструкция. Вот это вот, значит, Огневка ПРО, ее надо принимать по чайной ложке. То есть, что я и делаю. Ну вот она и впиталась в железы. И глотать не пришлось. Вот этот препарат йодная плюс. Его надо рассасывать. То есть ни в коем случае не жевать, а рассасывать до полного растворения. То есть я все эти процессы снимать не буду. Везде есть аннотация, как употреблять тот или иной БАД. Совсем забыл показать способ избавления от посещения зубного врача. Я 2 раза сломал зубы, обращался. Значит, как я поступаю? Я беру настойную уже вот эти семена настойные. Открываю воду и поступаю вот таким образом. Сливаю сюда потихонечку. Вот. Камни остаются, если попадаются. Они остаются на дне. Надо внимательно смотреть в самом конце промывки. Чтобы они не попали в общую маску. Камень очень хорошо на дне видать будет. Резко отличается от семечек. Ну вот, сегодня чисто все бросло. 2 раза. Два раза зубы ремонтировать ходил. Как я употребляю раздельное питание? Сначала фрукты, вот яблоки я употребляю. Вот. С БАДами. Единственное, что вот масло льняное я перед самым употреблением заливаю вот эту замечательную смесь. Это проростки семян подсолнечника. Они продаются без кожуры. 24-часовые. Замечательная пища. Вот. Сначала фрукты. Потом овощи, а потом уже вот этот замечательный набор, так сказать. Тут грецкие орехи, миндаль, вот, томатный сок, куркума, черный перец и корица. Я позже покажу, как это все надо приготавливать именно к приему пищи. Это сырые продукты. Ничто не нагрето выше комнатной температуры.
Так что вот, сейчас буду просматривать интересные фильмы и буду принимать пищу. Так, когда все овощи и фрукты у меня закончились, я перехожу к приему вот этой замечательной пищи. Наливаю туда льняного масла в достаточном количестве. Замечательное масло. Хочу напомнить, жидкое мы жуем. Вот. А вот твердую пищу пьем. Тщательно пережевываем. И вместе со слюной проглатываем. Полностью пережевано. Чтобы каждый маленький кусочек был пропитан слюной, значит ферментирован. Так вот. Ну вот, настал решительный момент. Осталась последняя ложечка. Обед закончен. Сейчас включаем музыку. Музыка. И все. Сейчас маечку на пол, чтобы пылью не дышать. И вперед. Продолжаем. Там посуду пойдем мыть. Так, что у нас? Пресс. Пресс. Сейчас отдышусь и подтягивание. Ну вот у меня завтрак уже готовится на завтра, а это вот обед. Вот. У батарейки и сверху целлофановым прикрываю одеяльцем таким, пакетиком, чтобы они быстро не высыхали. И к завтрашнему дню они прорастут и будут готовы к употреблению. Ну вот, на сегодняшний день прием пищи закончен. И физподготовки тоже. То есть я выполнил 3 комплекса, 3 подхода. Мне как бы хватит пока.
потому что это разгрузочные дни у меня прошли совсем недавно, но сегодня три подхода я выполнил прекрасно, три комплекса. Сейчас буду монтировать фильм, возможно, сегодня вечером и залью его в сеть.